Добрый вечер. Анекдот про Наташу Ростову. Наташа Ростова с мамой в карете мчат на бал. Представляете, бездорожье, проселочная дорога. Представляете, деревянные колеса, карета. Наташа с мамой в карете мчат на бал, разукрашены в белых платьях, такие все. Мчат на бал. Из кареты. Они хуярят. Мама кричит кучеру, говорит, кучер, говорит, нельзя, говорит, побыстрее, говорит, мы на бал опасны. Да вас ору нет, говорит. Ты сдал. Карете ходит дочка такая, мама, что такое пизда? Она, хули, дочка. Как тебе бесценить? А сама говорит, дура старая, пизданула на свою голову, съезжать нахуй, ебаный рот. Дочь, да, это нас так лошадь зовут, нахуй. Ну все, съехала, они успели на банкет, отсюда с поручиком Ужевским на балу такая. И говорит ему, говорит, поручик, а он говорит, есть пизда? Наташа, ты что, дура, что ли? Конечно же нет. Да вы что? Просто пизды. А у меня, говорит, есть он, да ну нахуй, да, да. А когда, говорит, я по холке, говорит, глажу, она где так... А когда она